Гусев лучший ассистент чемпионата. Даже Вадим Шипачев обгоняет. Ну а тем временем Кузьменко кружит за воротами, выдает таки передачищу на Александра Барабанова, и 4-1. Заболский недолго оставался сухим, но каков Кузьменко? Сейчас на повторе мы увидим. Барабанов молодчик. 11-ю шайбу в этом сезоне забрасывает. 32 очка за результативность. То смотрите, что Кузьменко-то вытворяет. Собрал на себе двоих, и опять бедолага Плет на льду находился в этот момент. И падая на целеннейшую передачу, точно на крюк клюшки. И Барабанов вот не смел промахнуться. Передача-то, конечно, точно, но что-то у меня большое сомнение, что он прям видел там Барабанова.